Реализация подделок на территории областного центра занимались три жителя Смоленска. Их удалось задержать благодаря оперативной информации и оперативно-розыскным работам сотрудников полиции. Силовую поддержку при задержании оказал специальный отряд быстрого реагирования. Полицейские остановили машину на 279-м километре автодороги Москва-Минск. Она перевозила 50 тысяч пачек сигарет без акцизов стоимостью более 2 миллионов рублей. Далее в ходе расследования полицейские обнаружили 10 гаражных боксов. В них злоумышленники хранили более 50 тысяч пачек контрафактных сигарет, более 7 тысяч бутылок с алкоголем и около 7 тонн спиртосодержащей продукции. Дома у одного из задержанных нашли около 800 тысяч рублей. Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Сафоновский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесение информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Задержанным жителям Смоленска грозит лишение свободы сроком до 6 лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей. Виолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Десна ТВ.